Делегация правительства России во главе с заместителем председателя Александром Новаком приехала в Абхазию. Гостей на абхазо-российской границе встретил вице-президент Бадра Гумба, вице-премьер и министр экономики Кристина Озган, глава администрации президента Джансук Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава Гагрского района Юрий Хагуш. Далее делегация отправилась в Гагру. Александр Новак осмотрел Гагрскую колоннаду, отремонтированную в рамках российской инвестпрограммы, и набережную. Начальник УКС Тимур Агрба сообщил, какие ремонтные работы были произведены в Приморском парке. Во все периоды 145 миллионов рублей было потрачено на парк. Заменили все коммуникации, дренажную систему, подпорные стены, тротуары, бордюры там и так далее. В принципе, пруды восстановили, да. Протяженность первой части километр и продолжение. Далее правительственная делегация России посетила территорию будущего 5-звездочного гостинично-апартаментного комплекса мирового уровня «Москва-резорт» в Пицунде. На территории в 46,5 гектаров будет реализован проект гостиничного комплекса в 200 тысяч квадратных метров. Сумма вложений – 31 миллиард рублей. Запуск отеля планируется в 2026 году. Разработчики архитектурного образа объекта сообщили, что они исходили прежде всего из необходимости сохранения озера и реликтовой пицунской сосны, поэтому вписывали все в ландшафт, стараясь избежать урбанизма. По проекту здания будут спускаться полукругом к морю, образуя своего рода амфитеатр. На внутренней территории будут располагаться бассейны с морской водой и коттеджи. Здесь планируется создание отельного кластера, работающего по системе «Все включено». 450 номеров отельная группа и апартаменты под длительную аренду 2334 штуки. Соответственно, сейчас на данный момент получено финансирование на проектные работы. По линии ВЭБа оно выделено. Освоено 350 миллионов рублей. Изыскание, подготовка земельного участка и начало проектных работ. Проект разбит на 5 стадий. Архитектурная градостроительная часть будет готова в августе этого месяца. Мы обещали Республике Абхазия выйти на стройку в этом году. Планируем это обещание сдержать и приступить к прокладке коммуникации, реализации первого этапа в этом году. Далее гости посетили объединение пансионатов курорт Пицунда. Министр туризма Таймураз Хишба рассказал делегации правительства России об истории курорта и сегодняшнем его состоянии. Затем Александр Новак вместе с делегацией посетили Патриарший собор в честь апостола Андрея Первозванного в Пицунде. Солистка Абхазской госфилармонии Кристина Эшба и заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гадели дали небольшой концерт. Александр Новак поблагодарил Кристину Эшба и Луку Гадели за прекрасное исполнение. Далее делегация направилась в Гулрышский район. Алика Трапшада Мрджения, Абхазское телевидение.